Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков начал проверку готовности коммунальных служб к работе в зимний период Самарского внутригородского района. В некоторых городах России, в том числе в европейской части, уже выпал первый снег, поэтому важно уже сейчас держать необходимые ресурсы наготове, чтобы первые осадки не повлияли на жизнь города. Иван Носков пообщался с представителями подрядной организации, выяснил готовность людей и техники, а также посмотрел склады противогололедных материалов, поскольку при постоянном переходе температуры через ноль местами образуется наледь. Должен быть готов реагент, должна быть готова техника, должны быть готовы люди. Очень важно всегда и в первый снегопад, и в любой другой снегопад сделать все вовремя. Любая задержка – это всегда чревато последствиями, начиная от аварийной ситуации на дорогах и заканчивая просто технически. Это убирать сложнее, дороже. В Самарском районе будут работать 14 машин для уборки улично-дорожной сети под управлением специалистов из подрядной организации, 5 единиц техники муниципальной организации для уборки внутриквартальных проездов, а для уборки дворов управляющие компании ТСЖ будут привлекать дополнительную технику. У нас все ТСЖ и управляющие компании, которые поменьше, они заключают договора со сторонними подрядчиками и тоже обеспечат зимнее содержание территории. Одна из особенностей Самарского района – много узких арочных въездов во дворы. На таких объектах будут вести расчистку вручную. Как отметил Иван Носков, такие контрольные выезды до первого снега пройдут во всех районах города. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.